Здарова всем, ребятки, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня будет нереально крутая битва против клана Snay Army. Ну, пожалуйста, ребятки, поставьте лайк и подпишитесь на канал Кент АПК. Прямо сейчас я вам предоставлю небольшие пруфы. Вот, ребятки, Snay Army, нажимаю. Парень Snay Army, тот самый клан Snay. Я думаю, тут и так уже всем все ясно. Нажимаю вот сюда. Да-да-да, видите, даже приставочка Snay. Поэтому, ребятки, это настоящий клан, ничего плохого не думайте. Скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. mystandoff.ru. Пожелайте нам удачи, и прямо сейчас мы будем отстаивать честь клана Киборги. Ну что же, первый раунд, поехали! Первый раунд я покупаю P350. Ребятки, к вам большая просьба, если болеете за наш клан, поставьте лайк и подпишитесь. Да даже если не болеете, просто поставь лайк, подпишись, потому что... нам нужна ваша поддержка. Ну что же, полетели. Ой, ребятки, сейчас будет нереально плотная каточка. Играем бо-1. Что это означает? То есть мы играем всего лишь одну карту. Не три карты, а одну. Все, ребятки, поехали. Как мы видим, идем на план Б. Так, пока что я никого с их клана не вижу. Все идеально хорошо. И кажись, тут кто-то будет. Вот я отвечаю, у меня чуйка. Тут кто-то будет. Так, ребятки, плотно. Не расслабляем булочки. А где все? Они все на А? Они все на, прикиньте. Вот это я ору. Нормально, ребятки, вот видите, приставочка клана Snay. То есть это не фейки, 100%. Так, а ну-ка, ой-ой-ой. Так, мы должны выиграть, ребята, только победа. Только вперед, и дайте кенту кого-то убить. Египетская сила. Ё-моё, прикройте, молю, прикройте. Да, убил, я кого-то убил. Пуля, ребятки, пока что все очень даже хорошо. И мы выиграем почти в сухую. Один Лёша умер. Ребятки, очень даже неплохо. Просто мы красавчики. Вот я считаю, вот мы просто молодцы. Ну что же, давайте-ка мы купим АКР, плюс купим бронежилет, пару гранат, а желательно все, и полетели дальше в атаку. Фух, ребятки, ну пока что все очень даже хорошо, мы выигрываем, но расслабляться не надо. Не расслабляемся, поехали, играем на всю силу, ребятки. Пожелайте нам удачи в этой нелегкой битве. И прямо сейчас мы покажем, кто тут круче, Киборги или Snay Army. Так, ребятки, а ну-ка. Кстати, вам, наверное, интересно, как же вообще вышла эта битва. Мне пишет чувак, типа, Кент АПК, представитель клана Snay, и давай устроим клановые войны. Я такой, ну а почему бы и нет? Так, тише, кто-то есть, есть, парниша, иди сюда. Я вообще случайно другого убил. Стрелял по одному, убил другого. Пацаны, красавчики. Просто лучшие. Ой-ой-ой, так, не расслабляемся. Тут еще есть один. Ай, убил кента, нет. Прямо в сердцами ранили. Так, ну что же, 2-1, ребятки, не подведите. Не расслабляемся. Красавчики, 2-0. Просто лучший из лучших. Вот это я понимаю, вот это мы молодцы. Просто горжусь каждым из нашего клана. Инка у нас на первом месте, я на втором. Очень даже неплохо. Так, ну что же, продолжаем дальше битву. Я смотрю, клан Snay Army немножко пригрустил, когда начал проигрывать. Они просто думали, что мы нубы голимы. А мы тупо взяли и закомбэчили. А? Не ожидали, да? А мы тупо взяли и выиграли. Так, ну что же, счет 2-0. И сейчас кто-то тут будет. Мячулька, кто-то будет. Или мид. Ё-моё, на миду тоже никого не вижу. Так, ребятки. Индейц, бам-бам-бам-бам. Поехали, пацаны, в атаку. Потихонечку, помаленечку. Сверху на девятке никого не вижу. Где же все эти ребята? Ой, красавчики, убили одного. Неплохо. Ребят, просто лучше. Тут. 9 хп, блин. Так, убили. Так, все, ребят. Их двое, нас четверо. У нас большие шансы на победу. Флешку кидаю, залетаю. Так, ну. Че, почти победа? Давай, домой! Ой-ой-ой, ребятки. Остался последний. Я думаю, не сможет. По-любому не сможет. Киборги, тащите за киборгами двор! Так, убили. Красавчики. Обалдеть, его на нож посадили, прикиньте. Так, все, пацаны. Я сейчас сильно как-то расслабился. АКРчик. О, это по-нашему. Так, ребятки, я чуть очень сильно расслабился. Давайте хэштег Кент соберись и погнали. 3-0. Просто мы красавчики. Просто, ребятки, забираем их. Просто лучшие из лучших. Не, вот это я понимаю. Просто горжусь кланом Киборги, ребятки, красавчики. Так.
Чтобы понимали, наш клан тренируется каждый день. То есть у нас есть обычный клан, да, который играет на стримах, есть основа. Так вот, основа тренируется каждый день с утра до вечера, чтобы понимали. Поэтому у нас все по-серьезному, потому что я хочу, чтобы мы были, ну, реально профессиональными киберспортсменами. Так, тут это будет по-любому. Ну почему? Ну почему всегда именно так? Ну почему всегда все заканчивается именно так? Так, нас трое, четверо. Ребят, не сливаем, не сливаем, пимп. Так, ребят, мужики, я верю вас, верю. Давайте, давайте, давайте. Все, ребятки, начиная с следующего раунда буду пушить. Красавчик, пимп, лучший. 3-2, обалдеть. Не, ну вы просто красавчики. Вот это понимаю, клан мечты. Так, я на третьем месте, но. Хорош. Слева, слева, в дуга. Лучше, просто лучше. Забрали 4-0. Вот это хэштег по красоте. Вот это я понимаю, не, блин. Вот прям приятно играть с моим кланом. Ребятки, красавчики. Так, ну что ж, покупаю бронь, покупаю АКРчик, покупаю гранаты. И знаете что? А давайте-ка я пойду через мид. А почему бы нет? Мне чуваки пишут, Кент, размьются, а то скучно в ДСе. Тупо рофли. Не, ребят, мы относимся с уважением к клану противников. Реально, самое главное всегда играть с уважением. Так, тут кто-то будет по-любому. О, и чуйка. Давай домой! Первый пошел. Забрали, забрали парнишу. Ну, кто следующий? Кто следующий? Ты? Или ты? Или ты? Ну, вы где все там? Алло! Алло, здорово, бандиты! Так, осталось два человека. Так, пацаны, а где два? А где последние два игрока? Я сейчас вижу на минимапе, они где-то тут, правильно понимаю? А, они на миду. Дайте, я пробую убить, дайте мне кого-то убить. Или нет, или да. Блин, пацаны, я, честно говоря, хз. А, походу, у нас через верх обходит, да, как я понимаю. Ну все, он уже не спеет, ему надо пушить, время поджимает, ему надо пушить. Так, ребятки, а ну-ка. Ну-ну-ну-ну. Так, давай, 3, 2, 1. По красоте, вот их я раздал. Кстати, у них кто-то с клана ливнул, и я даже не понимаю, почему. Реально? А, зашел. Просто интернет отпал. Все, нормально, 5 на 5 играем. Все очень даже хорошо. 5-0. Не, вот это, ребятки, я понимаю. Киборги просто красавчики. Хэштег киборги, тащите. Оу, просто по красоте. Так, я, короче, пойду через мид и всех немножко удивлю. Ля-ля-ля. Так. Ну... Ну, на, кто-то есть? На, а... Я нуб. Ну, хотя не полный, нормально, забрал. Так, кто еще? Есть тут или мне слышится? Тут кто-то есть. А, это, походу, наши тиммейты. Или у меня глюки, я чуть не понимаю. Не, ребят, нормально забираем. Слушайте, вообще расслабон. Брат, пушим. Хорош, забрали, вдвоем забрали, красавчики. Ну, я остался ласт. Давай, иди сюда, дорогуша. Давай. А ну-ка, покажи, на что ты способен. Так. Кстати, ребятки, обидно, что Снэй не согласился. Они меня спрашивали, Снэя звать или нет. Я говорю, конечно, зовите. Ну и по всей видимости, если Снэя нету, то значит он не согласился. Хотя, очень сильно хотелось бы. Поэтому, Снэй, если ты смотришь, давай. Хочешь взять реванш? Базара ноль. Я не против, я только за. Так, ну что же, дамы и господа, на данный момент счет 6-0. Очень даже хорошо, мы просто красавчики. Вот я считаю, мы молодцы. Вот клан Киборги, вот не зря мы тренируемся каждый день. Ну как мы, я не тренируюсь, но ребята тренируются каждый день. Я слышу шаги, кто-то тут есть. Кто-то шагает. Опа, красавчики, убили. По всей видимости, парниша чекал балкон, но не успел. Так, поехали. Ой, убили одного нашего. 4-4 играем. 4-4, ребят, напряженная битва. Что же будет? Домой. Братан, не фартануло, говорится, к успеху шел. Но не фартан... Что? Через стенку? Не, ну это было мощно. Это было сильно. Ребят, кажись, они кента разозлили. Так, ну что же. Интер, пимп, инка. На что вы способны, ребятки? Покажите. Интро убили, пимп, давай, братик, натянься одежда. Мы не должны слить. Давай, 2-1, но это будет позор, если сольете. Просто будет позор. Так, ну, 1-1 остались, 1-1. Представьте себе, ребятки, 1-1 остались. Может быть, прямо сейчас клан Снэй начнет камбэчить, кто его знает. Но, скорее всего, вряд ли. Но вдруг сейчас закамбэчит, пощаны. Так, пимп.
По красоте, просто киборги-красавчики. Вот я горжусь каждым из вас. Лучше, лучше, лучше выиграли. А знаете что? А я хочу дробаш. А почему нет? А почему они покупают, а мне нельзя? Не-не-не-не. Я тоже хочу купить дробовик и показать, на что способен Кент АПК. Показать, что еще остался порох в пороховницах. Капец. Они пишут, вот вы дурачки. Они нас оскорбляют или что? Не, ну это как-то не очень красиво. Снэй, если ты это смотришь, то вот это Омега-25, или как, Агама-2.5, она оскорбляет Кента. Но это нехорошо, как минимум. Ребят, взял Дигл. Ай-яй, ну как обычно, мы тиммейты меня слепили. Лучшая команда мира. А-а-а! Хелп, хелп, хелп! Убил, забрал, забрал. Я с бомбой пушу. А-а-а, тут двое! Ну блин, ну их было двое, я просто не знал. Ребятки, дожать, 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 дожать любой ценой. Хорош, хорош, пимп. Ну-ну-ну. Красавчик. Давай, один в один остались. Сможешь, сможешь, братик, я верю в тебя. Пимп. Один в один. Пимп! Просто по красоте. Минус 3 пимп раздал. Пимп вообще какой-то жесткий. Я ему какой-то нагибатор 2-8. О, а я на втором месте. Ну, кстати, очень-таки тоже неплохо. Ребята, 8-0. Я просто не верю своим глазам. Они нас позвали на КВ. Значит, они были уверены, что мы нубы. Но, тем не менее, мы выигрываем. Прикиньте, мы выигрываем. Камон! 8-0. Просто хэштег по красоте. Поехали. Они пишут, заткнись, офф-чат. Чё-то, ребятки, они какие-то немножко агрессивные. Не знаю почему, но, ребятки, надо быть добрее. Это дружеская дуэль. Ну, проиграли, так проиграли. А вдруг вы сейчас закомбэчите? Кто его знает? Ну, конечно, это вряд ли. Ну, мало ли вы сейчас закомбэчите. Но, ребятки, злиться не надо. Тут побеждать сильнейший. Так. Ой, слышу, шаги тут есть. Кто-то есть рядышком, рядышком. Есть, 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 есть. Давай! Ай-яй-яй, их там двое. Давайте флешку кину и запушу. Ай! Я добил. А не, нормально. Тише. Ну, где последний? Дайте кентухе убить последнего. Блин, ребят, честно говоря, я в шоке. Прикиньте. 8-0. И притом это не фейки, это не какие-то фейковые Снэй Арми. Это самый настоящий клан Снэй Арми. Видите, на приставочку. Фух, ребятки, 9-0. Ну, честно говоря, как-то легко. Вот я, ну, не хочу как-то врать. Как-то легко, я думал, что будет немножко посложнее. Но вдруг сейчас они за команду террористов наваляют нам люлей. И мы такие, конечно, это вряд ли, но мало ли, мало ли, мало ли. Так, ну что же, поехали. Так, 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 что бы такое купить? П-350, ребятки, П-350 ван лав. Плюс куплю гранатку, флешку. И вперед в атаку. Не знаю, как вы почины, но я иду на плент А. Не-не, я буду на пленту А стоять. Я не знаю, где вы, но я хочу стоять на пленту А. Так, на миду кто есть? А на миду... Никого нету? Так, я чуть не понимаю, может они тут-то? А, они на план Б пошли. Они пошли на план Б, ребятки. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, инка убили. Да вы что, вы серьезно? А ну, уходи. Давай, до свидания. Нападают. Ё-моё. Хэштег буча. Тише. Флешка. Где они, где они, где они? Вижу на минимапе, тут последний. Давай, 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 убей. Это победа, это победа, это победа, прикиньте, да! Ребята, это абсолютная победа. Интер, дефьюз, я сказал. Да, 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 10-0, представьте себе, я на втором месте, отыграл очень хорошо. Выиграли в сухую клан Снэй Арми. Я не знаю, зачем они нас приглашали на клановые войны, если они играют, ну, прям очень плохо. Ну, ребят, вы извините, но вам надо еще потренироваться. А так, большое вам спасибо, то, что вы приняли эту дружескую дуэль. Мне очень приятно то, что вы пригласили меня на эту дуэль. И Снэй, в следующий раз я буду ждать тебя. Они пишут, давайте еще. Но мы договорились, Бо-1, ребятки, не-не-не. У нас было условие Бо-1, мы договорились на одну катку. Но если вы наберете много-много лайков, то тогда мы дадим им шанс на реванш. Поэтому, ребятки, пожалуйста, прожмите лайки и подпишитесь на канал Кента ПК. Ну что ж, ребятки, с вами был Кентуха, всем удачи и всем пока!